Даша, от меня... Была Вика закрыла! Вот, Даша, помнишь вот это место, мы тут с Казимирной фоткались? Это Вика такая же все. Ну, меня, вот, Даша, смотри, мы идем. А мы тут с стола вышли. Да, мы тут. И много куда мы тусли. Смотри, Вика, как всегда. Такая же дурная осталась. Вот, как бы, вот. Видишь, Дашка? Так что ты сильно не переживай. Ой, мы тебе буфет покажем, там колбаса теперь есть. Да, вот, пост, если ты не помнишь. Вот. Вика, как всегда, с малыми общается. О, ты малую свою подбила. Вон Ева Васильевна. Помахайте, помахайте. Даша. О, все. О, Дашка, видишь? Даша, бабушка, да, она приедет в августе. Ну, мы тоже приедем. Поделите, Вика. Вика. На, сняла. Это 109-я палата, здравствуйте. Чего вы прячетесь, девочка? Вот, кстати, шкаф поменяли, он тут так. Чего вы? Ладно, на. Так, это Сабелка пришла. Да, я хочу. Спасибо. Так похоже, нормально там? Нормально решение? Пойду тебе, Дашка, покажу. Ну, смотри, Алёта. Изолятор. Это моя палата. Ну так иди туда, я тебя не иду туда. Вот, смотри, твоя наша палата. Вот твоя кровать была. Теперь тут... А, тихонечко упал. Теперь тут Вика спит. Вот. Там я, вот видишь, с короткой стрижкой. Вот, видишь, какие. Вот, как бы, ну ничего такого не изменилось. Тут, кстати, Ксюша спит. Тут я, а вот Егор нам розочки такие подарил с Викой. Вот. Вот такие. Вот, так что. А вот это, помнишь? У Паши ничего такого цикавого нету. Сабелка! Ну что ты тут? О, два глазка, помнишь? Моргай. Моргай, ну. Ты не снимаешь. Я снялась.